Как же кайфово вдали от цивилизации. Ты чё, местная шурма? Какая борзая, чтоб в ухо попалась. Я тебя зазарю. Обнаружен кожаный нелегал. Сложите оружие. Слышь, орган летающий, ты кого нелегалем назвали? Эй, мусорню, куда же ты скрылся? Батарейка выпала для моего фонарика. Жёбаный торт! Пацаны, это не я! Кожаный нелегал, вы приговорены к смертной казни. В ржавый ваш лёд шатал, роботы пылесосы, попробуйте догоните! Пик, 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 пик. Цель найдена. Отлично, значит, нам надо идти вон туда, вон в те непонятные заснеженные фигни. Звездень падает! Я заснял, я знаю, где она. Туда пидорить полдня. Не, куда-то идти, это не для меня, я даже за хлебом летаю. Дыхалки не хватает. У меня, короче, видео записался без звука, теперь приходится все озвучивать. Короче, представь, что вот так вот летят вот эти звездолеты. А вот эта фигня упала с неба вместо звезды. Надеюсь, что там что-нибудь важное. Что это? Фекалий? Я решил, получается, говно с неба прилетело вместо звезды. В него кто-то унитаз смыл. Столб знаний, какое же новое слово мы узнаем в этот раз? Друг, друган, братишка, бро. Ну короче, ладно, раскройте все карты. Вместе с фекалиями прилетело улучшение. Мод системы жизнеобеспечения. Мы сейчас его с тобой установим. И я теперь более живучий стану. Поставим его здесь. Да, пришлось немножечко в какашечках поковыряться. Источник сигнала, я его нашел, божечки. Сраный визор показывал мне идти сюда. Я теперь копатей, копатей, ебаё. Короче, смотри, подземная реликвия. Достаем ствол. Ой, не забыл переключиться, подожди. Короче, в той капсуле, куда привел меня визор, лежала эта крутая пушка. Ну-ка, пойдем посмотрим, что я там откопал. Вортекс куб. Что это за кубик с дыркой посередине? Может, это инопланетный пончик так выглядит? Надо на зубок попробовать. Металлическая пыльца, чтоб меня. Не-не-не, братки, это не пыльца, поверьте. Это какие-то козьи неожиданности в столбик выстрелились. За нафиг, ноги отваливаются, надо вызвать свой драндулет. Лети сюда. Взлетный ускоритель не заряжен. Прибыл к месту назначения добычи меди. Летают тут всякие. Добываем. Я достал из своих широких штанин очистители, буду делать хромированный металл из меди. Потому что кому нужна грубая необработанная руда? Ну раз у меня топливо кончилось, надо вызвать Uber и трезвого водителя. Все, отлично. Через минуту будет. Вот это подача, вот это сервис. Сразу же моментально прилетел. Красавчик. Знаешь, что задание мне говорит? А летите и найдите себе ровную местность. Где ты тут ровную местность увидел? Смотри, кругом снег, горы, камни какие-то. Вообще непонятно, где найду ровную местность, чтобы построить свой роскошный бомжатский особняк. Нашел, а здесь нормальное такое ровное по горизонту место. Ставим, короче, компьютер базы. О, компик! Пойдем порубаем, посмотри, что там. Сканирование завершено. Ё-моё! Я увидел всю карту. Карту своей местности.
Здесь ни черта нет! Вам доступны бревнические накладные двери, бревнические стены, бревнический пол и крыша из бревна. Я летаю на космическом космолете, и у меня будет дом из бревна. Здесь нет деревьев! Чё-то я нашел, там внутри какие-то кубики крутятся. Надо туда сходить, разведать, что это за кубики. Может, это дерево? Это похоже на сатанинский алтарь какой-то, но тут кровоточит все. Стрёмные кубики. Ну ладно, пойдем подойдем, потрогаем, я все равно уже в фекалиях ковырялся. А, это навигационные данные такие. Почему они в виде куба? Ох уж эти инопланетяне. Строим дом. Значит, все начинается с чего? Конечно же, с пола. Древенчатая стеночка. Потом у нас ставится вот такая вот. Самый прикол, что все строится не из бревна, а из углерода. А вот и дверка подъехала. Автоматическая. Выпуклые стеночки. Зато по кайфу. Ладно, совсем-то уж наркоманский притон не будем делать. Сделаем обычные нормальные стенки вот здесь вот. Коробочка готова. И мой танхаусик. Блин, мороз, метель наступила, а крыша не сделана. Я сейчас здесь замерзну, батюшки. Плоско-бревенчатая крыша, нужен ферритовая пыль. Мне нужны камни. Черт, я сейчас точно скучегрыжусь. Пошли скорее в наш звездолет, там погреемся. Единственные камни, где у меня есть, это только в почках. От такой холодины там жидкости замерзли, вот ледяные камни. Ох, ну тут тепло, иначе. В звездолете всегда было тепло. Посидим, потусим тут. Не посидим, пойдем крышу делать, я достал из почек камни. Крыша будет из моих органов. Вот такая обычная крыша. Джибик. Хата готова, велкум. Крутяк, у меня здесь центральное отопление откуда-то есть, тут так тепло. И двери, и электрические, это просто балдежно, хотя нет электричества. Не знаю, чем все питается. О, у меня тут перебор с крышей, это, видимо, терраса у меня в будущем будет. Незаконная постройка, террасы у меня не должно быть, поэтому надо снести. Выяснил, что можно делать вот так снутри во время стройки, это обалдеть. Выяснил, что можно красить свои древесные эти конструкции, тоже круто. Через полчаса до меня дошло, как удалять здесь. Через 15 минут удалил, наконец-то, террасу. И еще через час до меня дошло, что можно поменять крышу. Я думаю, надо поменять крышу. Я хотел изначально такую. Два бугорка посреди пупка. Огонь же. Ну все, с постройкой закончили. Пойдем посмотрим мой внутренний интерьер. Хотя там нифига ни шиша нету. Ну, в общем, welcome. Вот теперь точно welcome. Заходим. А, не, подожди. Электрическая дверь. Я же тебе показывал. Повторяемся. В общем, теперь из-за того, что у меня бугровая крыша, места стало больше. И просторнее, как я и хотел. Тут, блин, темно, как в пещере кролика. Единственное, что я нашел, это вазу с каким-то цветком. Она вроде как светилась, и думаю, дай-ка я шлепну на потолок. Я такой, погоди, ну это ж ваза, может, на пол, а потом, не, давай на потолок. И в итоге вот такая красота у меня появилась на потолке. На самом деле свисало как какое-то недоразумение. Надо было удалить это все фуфло, я передумал. 5 часов вспоминал, как можно удалять предметы. И тупил, и... Наконец-то вроде удалил, да. И установил, конечно же, флаг на крышу дома. Он развивался. Короче, это мое место. Я здесь живу.